Этот ресторан на улице Галактионовской в Ленинском районе радует самарцев и гостей областной столицы цветными гирляндами и праздничной елочкой у входа. Его руководство решило принять участие в районном конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов и внутреннего убранства зданий. Нам бы очень хотелось, чтобы не только жители нашего города, но и гости города, они видели, насколько нам важно, чтобы все-таки само настроение новогоднее, оно появилось. К сожалению, погода в этом году нас не очень радует, но я думаю, что мы сами должны создавать себе это чудное новогоднее настроение. В Ленинском районе участие в конкурсе приняли индивидуальные предприниматели, юридические лица, образовательные, медицинские и культурные учреждения, управляющие компании, объекты розничной торговли. Конкурс на лучшее новогоднее оформление проводится в 5 номинациях. Конкурсная комиссия прежде всего обращает внимание на световое тематическое оформление входных групп, витрин, прилегающей территории. Смотрит на оригинальность оформления новогодних елок. И если это касается, например, управляющих компаний, то смотрит на оформление фасадов МКД. Заседание конкурсной комиссии в Ленинском районе будет проходить до 30 декабря. Победители получат памятные подарки и грамоты, а все участники – благодарственные письма от главы района. Конкурс на лучшее новогоднее оформление проходит во всех районах Самары. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.